Ярмарка социальных услуг проводится брестскими волонтерами Красного Креста уже в четвертый раз. Цель неизменна – охват как можно большего количества жителей для информирования населения о том, как работает организация, какие сферы являются для нее актуальными, какие программы она реализует и каких результатов деятельности удалось добиться. Для наглядности добровольцы представили выставку методических материалов Брестской областной организации Красного Креста, а также показали фильм. И это была только часть обширной программы, подготовленной для брестчан. Мы очень часто привлекаем волонтеров по оказанию парикмахерских услуг. Они, в общем, колледж сферы обслуживания работает вплотную с нами. Там есть первичная организация, волонтерский отряд «Созвездие», который постоянно откликается на наши просьбы. Они оказывают помощь не только, допустим, приезжают в дом ветеранов или к инвалидам территориальный центр, но они даже оказывают на дому услуги нашим подопечным. Не остались в стороне активисты организации и на этот раз. Всем желающим, а их, к слову, было немало, они любезно предоставляли свои услуги. Подход сугубо индивидуальный, и это один из множества примеров того, что в белорусском обществе Красного Креста состоят люди, понимающие, насколько важны добрые дела, насколько необходимы поддержка и внимание людям пожилого возраста. Помощь волонтеры оказывают и другим категориям граждан. Краснокрестовцы рады быть полезными. Именно этим можно объяснить широкий спектр их деятельности. Не один год волонтеры предоставляют гуманитарную помощь. Собранные благодаря неравнодушным брестчанам одежда, обувь, предметы первой необходимости и даже мебель и техника всегда передаются по назначению тем, кто в них особенно нуждается. На ярмарке социальных услуг работают такой уголок. Немаловажной частью деятельности белорусского общества Красного Креста является оказание помощи уязвимым людям, поддержание здоровья граждан, а также повышение санитарной культуры. В рамках мероприятия добровольцы провели мастер-класс по актуальной теме. Участникам ярмарки были продемонстрированы способы оказания первой медицинской помощи, а также даны полезные советы по уходу на дому. За время проведения ярмарка доказала свою эффективность, а потому работа в этом направлении не приостановится. По отзывам населения мы видим, что, в общем-то, такие мероприятия, они актуальны и востребованы ежегодно. Мы сотрудничаем непосредственно с территориальными центрами, сотрудничаем с домом ветеранов, и они нам дают какие-то списки, информацию, приглашаем сюда людей, и люди знают, что это мероприятие проводится ежегодно. В конце мая, как подведение итогов месячника Красного Креста, люди приходят с удовольствием, в общем-то, узнает какую-то новую полезную информацию для себя. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.